которой свежий воздух необходим для здоровья и гармоничного развития ребенка. Прогулки на улице доставляют удовольствие вам и вашему малышу и, безусловно, принесут огромную пользу. Дорогие родители, сегодня мы приглашаем вас на прогулку в лес. А сейчас я вам, девочки, прочитаю красивый стишок про осень. Послушайте внимательно. Нельзя на свете прожить без чудес. Они нас повсюду встречают. Волшебный осенний и сказочный лес нас в гости к себе приглашает. Закружится ветер под песню дождя, листочки нам под ноги бросит. Такая красивая эта пора, пришла к нам опять чудо-осень. Уважаемые родители, предлагаем вашему вниманию поиграть в игру, которая называется «Куда бежим?». Эта игра способствует формированию координации движений и учит детей ориентироваться в пространстве. Сейчас мы с вами побежим по тропинке вперед. Готовы? Побежали. Молодцы! Останавливайтесь. А сейчас мы с вами возвращаемся назад. Побежали. Молодцы! Остановились. А сейчас вы побежите одни вот до этого дерева. Возвращайтесь. Молодцы. А теперь вы побежите вот сюда, направо, по тропинке. Возвращайтесь. Молодцы. Уважаемые родители, предлагаю вашему вниманию игру «Брось мяч в обруч». Эта игра способствует развитию координации движения. Успокоиться вашему ребенку и привести дыхание в порядок поможет игра «Давай потрогаем». Эта игра способствует формированию мелкой моторики и тактильных ощущений. Трогать могут дерево, ствол дерева, различную траву, камушки и шишки. Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Давай потрогаем». Давайте с вами потрогаем ствол дерева. Снимайте перчатки. Потрогай, проведи ладошкой по стволу дерева. Опишите свои ощущения. Что вы чувствуете? Какой ствол? Жесткий. Шершавый или гладкий? Шершавый. Шершавый. Не надо, Ульян. Шершавый, правильно. Посмотрите, какие у него трещины глубокие. Давайте с вами потрогаем травку. Какая? Колючая. Колючая. Настя, потрогай иголочку. Ай, колючая! Колючая, все правильно. Шишка на ощупь. Ульян, какая шишка? Шершавая. Шершавая. Еще какая? Гладкая. Гладкая? Да. Разве гладкая? А вот пальчиком потрогаете? Колется? Да. Колется. Колючая? Да. Во время прогулки по лесу со своим ребенком вы можете собрать природный материал и сделать вот такую замечательную поделку для своего интерьера. Проводите прогулки с пользой. Знакомьте ребенка со всем, что его окружает. Лучше всего ребенок усваивает, запоминает и понимает, что видел своими глазами. Гуляйте с ребенком не только во дворе перед домом, гуляйте с ним по планете. Только так ребенок оценит размеры, форму, узнает, где раки зимуют и почему птицы улетают на юг.
Всего доброго, до свидания.